Это мемориальная доска, посвященная герою Советского Союза Ивану Ильичу Смолякову, появилась здесь год назад. На Панова 33 он со своей семьей жил с 1961 года, с самой постройки дома. Увековечить память героя Советского Союза предложили неравнодушные соседи. Городские власти такую инициативу поддержали. Я знал, где он жил, знал его семью, ну, видите, как соседи мы. Вот. И предложил в свое время руководству района изыскать возможность и установить мемориальную доску на фасаде нашего дома, что здесь жил настоящий герой, который реально защищал нашу родину и дал возможность жить всем нам в послевоенное время в нашей стране спокойно. Иван Ильич Смоляков родился и вырос в селе Тростянка Богатовского района области. Война застала Ивана Ильича в армии, в Сибири. На фронт его призвали одним из первых. После Великой Отечественной войны он работал на заводе имени Масленникова, занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи. Он постоянно бывал в школах, в институтах, в техникумах, на встречах с молодежью. И проводил беседы, всегда, никогда никому не отказывал. Он очень часто ему по просьбам помогал людям, ходил за ним, хлопотал. Ну, человек был замечательный. К сожалению, рано ушел, но война, видимо, наложила свой отпечаток тоже. Иван Ильич Смоляков награжден орденами Ленина и Отечественной войны второй степени, двумя орденами Красной Звезды и медалями. В этом году герою Советского Союза исполнилось бы 100 лет. Красивый, замечательный, веселый. Такой папа у меня был. Доброта и отзывчивость Ивана Ильича остались в сердцах соседей по дому. Он сплотил их еще при своей жизни, и до сих пор они многие вещи делают сообща. К примеру, вместе занимаются благоустройством двора. Мария Елчан, Максим Гусев, события.